Русские устраивают в ближайшее время рейд. Они вот-вот заставят нас расплатиться за конвой. Нам нужно сегодня же покинуть этот район острова. Разделимся на группы. Хом-американец, пойдете машину с оружием через вражеские патрули. И главное, переоденьтесь в гражданскую форму одежды. Удачи нам всем! Стоять на месте. Вот влипли. Я всех приветствую. Мы продолжаем ходить на пороге войны предстояния. Миссия «Опасный маршрут». Главная задача — добраться до точки сбора, доставить грузовик с оружием до точки сбора. Итак, нужно добраться туда. Нас двое. Чего кроме калаша у нас нет? Давай, дави на газ, если жить хочется. Пристрельте нас сейчас. Лишь бы сейчас не уничтожили. Так. Соси. Ё-моё, танк. Чёртов танк! Ё-моё, как же заколебали они. Так, быстрее, быстрее. Ух, я чуть штаны не наложил. Чёрт. Тормози! Грузовик придется бросить. Придется дальше выйти своим ходом через лес направо. СВД, кстати. Так. Валим. Тут панели пропал. Все на дурачках, так сказать. Пока что нам нужно отступить в лес. На грузовике вообще не вариант ехать там. Танки. Танки, они очень сильно могут прерывать наше движение. Ну-ну. Давай вперед. Сейчас главное — это скрыться от того патруля танка в лесу. Пока что нужно направляться туда. Ходить все это дело. Вам не кажется это место знакомым? Долина.
Ветер будет. Ты же как миссии поход гостя. Только теперь нам не нужно вести тупого, пытающегося сбежать языка. Мой напарник, думаю, сам сможет справиться. Потому что если его за ручку вести, то это очень долго по времени получится. Автосохранение. Очень хорошо. А то и не сохранялся даже. Так, что у нас там с ним? Пока что он пересекает эту долину. Мы пока что будем прокладывать дорогу. Храм какой-то. У нас проблемы. За 100 метров от нас целый взвод русских солдат. Вы можете так отвлечь огнем их? Нужно как отвлечь слышите? Огнем. Да, мы постараемся их отвлечь. Но учтите, нам тоже нужно будет сматывать удочки. Готовьтесь. Не зря я взял СВД, мы сможем сразу же кого-нибудь там пристрелить, тогда они испугаются. Сейчас дыхание нормализуется, мы прицелимся. 12 o'clock. Unknown. Target 500. Замечательно. Они повелись на нас. Хочу убить его. 12 o'clock. Блин. Ладно. Все равно получилось их отвлечь. Так что идем дальше. Они наверняка даже не поняли, откуда стреляли. Это тоже опасное место, нужно аккуратненько обходить. Еще по чуть-чуть и, наверное, убили бы. Заметили. Потом убили. Что ж, мы уже вплотную приближаемся к точке сбора. Ну ты понял, да? Так. Все. Последние 150 метров. Мой напарник тоже будет потихонечку стягиваться сюда.
Миссия завершена. Все прошло не совсем так, как хотелось. Грузовик оружием потеряли, но все живы, это главное.